На канал «Экзегет» поступил такой вопрос, как понять евангельские слова про нечистый дух. Звучит этот отрывок следующим образом. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя. Почему нечистый дух выходит, как сделать, чтобы он не вернулся? Ну, скажем так, что нечистый дух работает всегда в одном направлении. Дело в том, что нечистый дух ищет то место, где бы он мог максимально реализовать свою нечистоту, максимально реализовать свое зло. И это место всегда одно – это сердце человека. Именно там нечистый дух чувствует себя, собственно говоря, в том состоянии, в том положении, когда, как ему кажется, он удовлетворяет свою злость, удовлетворяет свою нечистоту. Это касается духовной жизни человека. Духовная жизнь человека – это всегда война. Война с духами поднебесной. Война с теми духами, которые сопротивляются всяким добрым мыслям, всяким добрым чувствам. Это война с теми духами, которые пытаются насадить в человеке уныние, тревогу, всевозможные страсти, всевозможные нечистые желания. И человек в таком состоянии, будучи одержим нечистым духом, теряет покой. Первый признак воздействия нечистого духа – это отсутствие покоя. Думается, как распознать ту или иную мысль, как распознать то или иное душевное состояние, насколько оно от Бога или не от Бога, правильное или неправильное, реальное оно или нереальное. Собственно говоря, по тому состоянию сердца, по присутствию покоя или отсутствию покоя, можно судить о присутствии или отсутствии нечистого духа. Когда нечистый дух касается сердца человека, то покой нарушается, то возникает тревога, возникает смущение, возникают всевозможные сомнения, возникают всевозможные запутанные состояния, когда человек не может разобраться, насколько он правильно мыслит или неправильно, правильно он оценивает то или иное событие, которое происходит, или то или иное состояние, которое с ним, или нет. По тому, что он испытывает, можно всегда судить о причинах. Господь говорит, что дерево познается по своим плодам. Плоды Духа Святаго – мир, радость, любовь, долготерпение, кротость, воздержание. Плоды Духа Нечистого – смущение, раздражение, немирность, всякая нечистота. И вот это беспокойство, вот это внутреннее такое противоречивое состояние, которое человек может испытывать, требует духовного врачевания. То есть надо постараться сделать так, чтобы дух нечистый, который коснулся нашего сердца, отошел, чтобы мы с вами осветили свою душу, чтобы мы очистились духовно, чтобы с вами освободились от этого насилия вражеского.
Что для этого нужно сделать? Для этого надо поискать смиренный помысел. Ухватиться за смирение, как за спасительный канат, который может нас вытянуть из этой пропасти смущения и сомнения. Всегда взять ответственность на себя за то, что происходит с нами. Никто не виноват. Значит, если мне как-то плохо, значит, виноват в этом состоянии именно я. Никто меня не обижал, это я сам обиделся. Никто мне не досаждал, я сам уязвился тем или иным замечанием. И когда мы берем на себя эту ответственность, когда мы смиряемся, нам становится легче, нам становится спокойнее. Потому что смирение всегда, сердце наше становится открытым для Божьей благодати. А Божья благодать, подобно как свет изгоняет тьму, так и свет Божьей благодати изгоняет всякую тьму духовную из нашего сердца. И нам становится спокойно, нам становится мирно. Так выходит, так отходит от нас нечистый дух. И сам по себе, как сказано в Евангелии, что нечистый дух, он нигде не находит покоя. Нигде не находит покоя. И вот это беспокойство, которое он сам в себе имеет от своей нечистоты, он и пытается внести в сердце человека. Но Божья благодать побеждает все, и снова внутри воцаряется мир, и снова за наше смирение, за наше открытое сердце, за наше обращение к Богу мы приобретаем тот самый покой, который нам так необходим, особенно в наши последние трудные, беспокойные времена. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.